Я хочу сьогодні з вами поговорити от про що, зокрема про заяву Путіна, про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, тому що дуже багато різних заяв з різних країн зараз сипеться, і так видається, що ну Путін знову виглядає абсолютно безглуздо в цій ситуації, тому що ну знову ж хотів налякати, а знову так виходить, що нічого не вийшло. Це вже ну останні козирі в його рукавах, чи буде ще? Нет, ну, говорят, что кто-то там думками богатеет, поэтому козырей у него, что у дурня фантиков, будет вытаскивать и вытаскивать один за другим. Другое дело, что насколько это будет действовать на международное сообщество и так далее. Ну, разместит он это тактическое ядерное оружие в Украине. И что дальше? Ну, что дальше? Что он будет с ним делать? Применять, надеясь на то, что если он его применит, все подумают, что это Лукашенко применил, а не он, но это глупость. Пугать Европу этим тактическим ядерным оружием, ну, ускорить свой конец, и он это прекрасно знает. И я думаю, что ему просто-напросто это был определенный ответ на то, что практически сейчас все говорят о том, что вот приезжал Си и строго-настрого доказал Путину: ядерную тему не трожь и даже не думай об этом. Вот это был определенный ответ, что типа того: Си мне не указ, и вообще такого никогда не было. Но на самом-то деле вот такой вот ответ, он просто подтверждает тот факт, что, конечно же, Си ему очень даже указ. И, конечно же, понятно, что Путин будет слушаться и Си, и Байдена, и всех других, все другие ядерные державы, потому что он прекрасно понимает. Он ведь не самоубийца, и он прекрасно, и он хочет жить долго. Все равно, что ему все равно абсолютно, что будет с Россией уже сейчас. Он прекрасно знает, что он вошел в историю России. Он не может это не понимать, не осознавать, что он вошел в историю России не как объединитель и великий царь, а как разрушитель. Но ему сейчас важно дотянуть до своего физического конца, причем этот физический конец в его планах должен быть как можно дальше. Поэтому, ну вот, такое вот самоуспокоение, размещение ядерного оружия как средство самоутверждения в своих же глазах. Такого еще в истории не было точно. Ну, від Сі сьогодні знову прилетіло, тому що в Китаї, коментуючи, зокрема, цю заяву, сказано було про те, що слід знижувати навпаки оці стратегічні ризики. В ядерній війні не може бути переможців. Там, звичайно, ця пані вона не назвала країни і не зазначила, про що вона говорить, але фактично вся світова спільнота добре зрозуміла, про що йдеться. Ну, Сі не підтримав і тут. І, очевидно, це повний провал цього візиту і цієї зустрічі. Бо Путін сам сказав, жодного військового, да, союзу з Китаєм ми ну, ні про що не домовились таке. Вы знаете, я не согласен с тем, что был провал. А что, были ожидания, но только на уровне там из своих диванов, если кто-то вещал, что были ожидания того, что Китай станет военным союзником России и объявит войну Украине или Ну, США? військовим Я не ні, думаю, але что... очікування були про те, що ну Китай може підставити плече десь Росії, враховуючи те, що він в принципі поїхав до Путіна, коли рідко куди їздить, там і таке інше. Это уже вот то, что он приехал, это уже он поставил плечо. Китай дал четкий сигнал своим прокси-союзникам типа Ирана. Кстати, очень интересное заявление сделал Рахбар Ирана, это верховный правитель Хаменеи во время праздника Новрус. Он обращается и сказал, что мы тут ни при чем, нас зря обвиняют, провокационно обвиняют в том, что мы, мол, помогаем России. Ну, конечно же, шахеды на Киев не летят, и это все существует только в пропаганде, очевидно. Но это оставим на совести престарелого Рахбара вот это заявление, но факт остается фактом. Размер помощи Китая России определяется размером и заполненностью хранилищ, нефтехранилищ Китая и газохранилищ. А насколько я понимаю, они заполнены сейчас под самую завязку, и Китай просто больше не может помочь. А помощь в чем? Помощь в том, что он будет покупать по демпинговым ценам ресурсы России. Все остальное, ну, когда говорят про лес и все остальные ресурсы, Китай как забирал их до войны, так и будет забирать. В данном случае он договаривается с региональными элитами, и региональные элиты
спокойно в коррупционных схемах продают китайцам то, что можно продать, и то, что нельзя продать. Поэтому с этой точки зрения с Китаем как раз-таки все более или менее ясно. Китай попытался еще сыграть в игру такую против США. Была попытка стать и выглядеть миротворцем, вот эти 12 пунктов, взгляда Китая и так далее. Но то, что фактически Си нечего сказать, и ему не удалось продавить Путина, почему я считаю, что ему не удалось продавить Путина на его условия? Потому что многие зрители наверняка помнят, что было заявление о том, что после визита в Москву у него запланирован видеозвонок и переговоры с Зеленским по видео. Почему он не позвонил в Киев? Потому что ему нечего сказать. Ему нечего сказать. То есть он мог бы позвонить в Киев только в том случае, если он, допустим, чего-то бы добился от Путина, потом позвонил бы и сказал, вот такие-такие предложения. Но так как этого нет, все, что называется, как в покере, при своих. Ну, у Путіна тим часом так виходить, де тонко там і рветься, кажуть у нас. І там не тільки в Молдові, де сьогодні стартують дуже масштабні військові навчання 4 країн, а зокрема і там, де російські війська виступають так званим миротворчим контингентом. Я про Нагорний Карабах. Є інформація про те, що там відбуваються цікаві події, що азербайджанські військові здійснили просування, зайняли там певні висоти. Ну і російське Міноборони десь обурилося, зробило певні заяви, кажуть про те, що ну як ви так могли порушити оцей договір про припинення вогню. Чи відомо вам про цю ситуацію і загалом, як це загострення у Карабасі може послабити позиції Російської Федерації? Ну, позиции Российской Федерации, они и так ослаблены достаточно серьезно. Тем не менее, российские войска – это единственные войска, которые в контексте миротворчества, но по сути это оккупационные войска, я считаю, присутствуют в Азербайджане. Я точно так же считаю, что, несмотря на то, что в Гюмри у них официальная военная база в Армении, я считаю, что они там тоже присутствуют в оккупационном формате. Ну, а в Грузии они де-юре и де-факто де-юре присутствуют в оккупационном формате. Понятно, что с декабря месяца Азербайджан взял курс на взятие контроля над Лачинской дорогой, которая соединяет Карабах с Арменией. С помощью акции экоактивистов контроль над основной дорогой взят. Знали ли в Азербайджане, что есть еще другие дороги? Конечно же, знали и закрывали на это глаза до определенного момента. Сейчас достаточно, сейчас просто-напросто, почему Азербайджан сейчас спешит? Очень много рисков. Риски возросли, потому что, во-первых, первый риск – это ситуация Иран, Израиль, напряженность и агрессивность Ирана по отношению к Азербайджану очень сильно возросла. Второй риск – выборы в Турции на фоне землетрясения, и там тоже достаточно все нестабильно. Ну и третий риск – это, конечно же, сама Россия, которая является постоянным источником угрозы для Азербайджана, как для всех стран Южного Кавказа. Азербайджан, насколько я понимаю, принял решение взять под контроль территорию Карабаха. Ну, вот это, скажем так, первый шаг. Насколько это будет, скажем так, успешно и насколько это будет быстро, я не знаю. Но я точно знаю, что это будет синхронизировано с действиями и будет зависеть от действий и успеха ВСУ в наступлении, которое уже анонсировано тоже против российских оккупантов. Ну, але водночас, да, як для Путіна це обернеться? Ну, тобто, якщо там, зрозуміло, там роками триває між Вірменією і Азербайджаном це протистояння. Там, ну, на емоційному навіть сприйнятті ці дві країни не можуть там між собою. Зрозуміло, за цю територію. Путін всі ці історії, він як виглядає? Ну, что касается того, что не могут две страны, я думаю, что могут, и они уже потихоньку подходят к этому. Россия сделала все, чтобы не было мирного договора, а он мог быть еще осенью прошлого года. Да? Чем больше будет ослаблена Россия, чем больше... На самом деле мир на Кавказе на сегодняшний день, мир между Арменией и Азербайджаном зависит от успеха ВСУ напрямую. Чем больше будет ослабляться Россия, тем больше будет шансов для мирного договора и решения, скажем так, не военным путем
того страшного конфликта, который мы наблюдаем уже 30 лет, и который бы, ну я скажу так, который бы не решился бы еще 30 лет, если бы Россия была бы в том состоянии, в котором она была до февраля 2022 года. Якось так видається, що дуже багато конфліктів може вирішитися українськими руками. Руками українських воїнів. Так і виходить, Україна спасає себе, спасає інших. Но это объективная реальность, потому что Россия, все отношения с Россией строились на отношениях конфликтного управления. И на самом-то деле ошибкой Путина было то, что он действительно решил, что то, что проходит с такими небольшими компактными странами, как Грузия, как Азербайджан, как Молдова, он может себе позволить либо отношение к Украине. Он просто не считал Украину страной. А украинцев нации. И в этом была его стратегическая ошибка. Я бы сказал, фатальная ошибка не только для него, но и для самого режима в России, для России как империи. Но это, скажем так, это уже не политология, это уже история. Я, пане Голо, хочу запитати ще от про що. З'явилась інформація, що в Південній Осетії почали активніше відправляти на війну в Україну солдатів. І, зокрема, нещодавно про таку партію мобілізованих повідомляла влада тимчасово окупованого українського Маріуполя. Чи відомо, в який спосіб Росія це робить? І чи є у людей в Південній Осетії бажання йти вмирати за Путіна? Вы понимаете, что касается так называемой Южной Осетии, потому что не на Украине, а в Украине, не Южная Осетия, а Схидвальский регион, ну и так далее. То есть. Так вот, что касается населения Схидвальского региона, там население всего 25 тысяч. Чем они могут помочь особо России в Украине, в войне с Украиной? Там 100 человек, если мобилизуют, это уже огромное событие, скажем так. Но в данном случае это чисто политический шаг со стороны России. Знаете, есть так называемая фраза такая «крестят кровью». Вот в данном случае это крещение кровью, к сожалению, величайшему сожалению. А що ви можете сказати про те, що відбувається в Молдові? Ми бачили, як фактично Росія також намагалася і намагається, власне, підняти там градус напруги, використовуючи там і олігархів ручних, і цю партію ШОР, ну і, власне, платячи гроші за протести. Водночас сьогодні там розпочинаються, ну, мені здається, це такий серйозний дуже сигнал для Кремля. Те, що там Велика Британія, Штати, Румунія і разом з Молдовою розпочинають військові навчання, ну, це так дуже показово на фоні всього того, що відбувається в цій країні. Наскільки для Путіна важливо втримати сьогодні Молдову в зоні свого політичного впливу і чи це ще можливо? Если я неплохо, мягко говоря, неплохо знаю Кавказ, если я внимательно слежу за событиями в Украине и в России, то что касается Молдовы, то тут я явно не специалист. Единственное, что я могу сказать, исходя из того, что я знаю алгоритм действий России и логику российских властей. Понятно, что для них любой, даже самый маленький успех, даже самая маленькая гадость, которую они, если они могут сделать хоть какую-то гадость своим соседям и бывшим республикам, республикам постсовка, они ее обязательно сделают. Это российские законы Мёрфи. Поэтому в Молдове ничего удивительного. Они будут стараться дестабилизировать там ситуацию до тех пор, пока могут. Дякую вам дуже, що ви доєдналися. Глядачам нагадаю, Гела Васадзе, експерт Грузинського центру стратегічного аналізу, був в етері «Апостроф ТІВІ». Спасибі.